я, фильм это около 1 час, но я только 3 маленьких частей и буду комментировать, потому что это очень хорошо сделано и так визуализацию. Но суть мой аргумент еще один раз скажу. Извиняюсь впервые из-за русского все приходит на болгарский или на английский в голове, но вы это простите. Жизнь основывается на информации, а информация всегда происходит из интеллекта. Я соглашусь сразу сначала с одной из первых слайдов. Жизнь происходила естественным путем. Жизнь – это информация, а информация всегда продукт интеллекта. А моя точка зрения, что Бог – это существо, у которого интеллект хороший. Так что у меня утверждение, что жизнь произошла естественным путем. Жизнь – информация, информация всегда производит… Производ. Так, как-то мне понравилось, это маленький биологический организм, бактерия, у которой есть что-то такое, как хвост, но по своей сути это маленький электрический двигатель. И как вы увидите, у них все эти частей как у нормального двигателя. Не знаю, там как по-русски, но ось, статор, ротор, все, абсолютно все. И это очень сложно устроено, несмотря на то, что мы считаем бактерии, что это очень простые организмы. Сам Дарвин думал, что эта клетка – это какая-то капка протоплазмы. Но, как и увидим в конце фильма, клетка – это маленькая вселенная. И там происходят такие процессы, которые, на моем взгляде, нельзя объяснить случайностями. Так что начинаем с этой маленький организм. Елизата на намесата на интелект и специал, черти на лицата. Секундочку. И на най-простия едноклет. Еще всичко вместе. Този отдалече. Приема ли днес нарастващи? Вие крайна клетката до други. Има и машини, които улавят енергията на слънчевата светлина и я превръщат в полезна енергия. В човешкото тяло съществуват толкова молекулярни машини, колкото са различните функции, които трябва да изпълнява тялото. И така, що се отнася до слуха, зрението, обонянието, вкуса, усещанията, кръвоносните съдове, дишането или имунната реакция, всички те изискват наличието на огромно множество машини. Когато тяло осъществява функции, необходимо е разни машини. И стандартният отговор в лицето на теорията на Дарвин е много неадекватен, по мое мнение. В началото на 90-те години на 20 век, по време на серия от конференции пред академичната общност, бих и за пръв път споделя съмненията си за това, че естественият подбор би могъл да конструира сложните молекулярни. Части в цялата му слава. Бактерия. Той имаше витло, гъвкава връзка, задвижващ вал и мотор. Аз го разглеждах и си казах, че това е един извънбордови двигател. Това е било проектирано. Това не е случайно сглобяване на части. Реакцията на Пихи не е изненадваща, защото всеки един от молекулярните двигатели, които предвижват бактерията в течности, е изграден от система от сложно подредени механични части. Тези части се набиват на очи, когато участък от някоя клетка бъде увеличен 50 000 пъти. Биохимиците използваха електронни микроснимки като тази, за да идентифицират частите и триизмерната структура на флагелумния двигател. В хода на изследванията са установени удивителни инженерни постижения в миниатюра. Хауърд Бърк от Харвард ги нарече най-ефективната машина във Вселената.
Някои от тези машини работят при 100 000 оборота в минута и са свързани с приемник на сигнали или сензорен механизъм, така че да получават информация от заобикалящата ги среда. И макар че се въртят толкова бързо, те могат да спрат за миг. В рамките само на четвърт оборот могат да спрат, да сменят посоката и да започнат да се въртят с 100 000 оборота в минута в другата посока. Точно както извън бордовите двигатели на моторните лодки, той има голям брой съставни части, които са необходими, за да може да функционира двигателът. Бактериалният флагелум има две предавки за движение – напред и назад, протонна двигателна сила и водно охлаждане. Той има статор, има ротор, има гъвкава връзка, има задвижващ вал, има ветло. Всички те функционират точно както съответните им части в една машина. Ние не им присвояваме тези имена само заради удобството, а защото това са наистина техните функции. От неговото откриване до сега, учените се опитват да разберат как е било възможно един двигател да възникне по пътя на естествения подбор. До сега те не са успели да предложат каквото и да било подробно обяснение. Так, идея в том, что это, несмотря на то, что мы называем это простой организм, это очень сложный. Там взаимосвязи, там даже в ходе фильма сказано, убери одну деталь, и вся функция как-то сорвется и не получится. Это будет инвалидом, не будет целевать. Это другая концепция, но сейчас не буду говорить о том. По-болгарскому это говорится нередуцируемость, не знаю по-русскому. Неупрощаемость. Да. Нельзя упростить. Это теза, что живые организмы, которые мы наблюдаем, как это бактерии, содержат все необходимое, чтобы жили, было потомство и оцелевать. И как сказать, не надо удалить что-то, а то жизнь сорвется и она не будет успешна в борьбе для оцелевания. Но это другая позиция. Сейчас посмотрим на той части, где показано, как вот эта бактерия постраивается степ за шаг за шагом. И все состоится в том, эти части этого двигателя сделаны из протеина. А протеины сделаны из эти аминокислоты, которые ряд за рядом подряжены в строго специфической последовательности. Если одна ошибка сделана, эта цепь не будет как-то согнуться в правильной форме, не будет иметь необходимую функцию, и все сорвется. Так что суть, это жизнь, чтобы каждая аминокислота была на свое место, чтобы потом эта цепь как-то согнулась или правильной формой. Одна будет там почкой, другая легкие и так далее, и так далее. Так что все очень специфично. И это все информация. Как бы время на презентации пойдет слово. Наверное, как русские, вы не представляете себе, что кто-то скажет, что все произведения, скажем, Пушкина, это результат, кто-то брал буквы и просто... Однажды просто получили все эти произведения красивые слова. Это самое с биологической жизнью. Жизнь, когда мы говорим о жизни, возникновении жизни, нам не надо вмешивать понятие естественный отбор. Потому что естественный отбор, по правилу, можно действовать только на организмы, которые уже имеют способность воспроизвести себя. Так что уверовать, что мертвая химическая химия просто получила с первой живой клетки, это то же самое, как веровать, что кто-то бросает буквы, и в один миг там получается целая библиотека с хорошей, смысленной поэзией, рассказы, истории и так далее, и так далее.
это очень-очень сложно поверить, так сказать. Надеюсь, найду ту часть, где показано, как получается такая бактерия в процессе. За да видим, защо трябва да разберем една характеристика на молекулярните машини, описана с термина пълният вал или нещо друго. Когато говорим за към 60-те години на 20 век, учените вече разбрали, че дори простите клетки са направени от хиляди различни типове протеини и че функциите, които ще изпълняват тези молекули, зависят от техните многосложни триизмерни форми. Необичайната форма на някои протеини им позволява да действат като катализатор или да причиняват започването на химически реакции поради идеалната им пригоденост да се свързват с други молекули в клетката, докато други протеинови молекули свързват в сглобка структурните компоненти. Всяка от отделните части на един бактериален двигател, като тази пръстеновидна структура, например, са направени или от една протеинова молекула, или от съвкупност от протеини, сглобени заедно в някаква специфична форма. На своя ред, тези протеини са направени от по-малки химически единици, наречени аминокиселини, които са свързани помежду си в дълги вериги. Съществува едно изключително високо ниво на сложност на архитектурата в тези клетъчни единици, в аминокиселините, които формират протеините. В природата съществуват 20 различни типа аминокиселини, които са необходими за изграждането на вериги от протеини. Биолозите ги сравняват с 26-те букви от английската азбука. Буквите от азбуката могат да бъдат разположени в огромен наброй възможни комбинации. От последователността при потребата на буквите зависи дали ще се получат смислени думи и изречени си. Ако буквите са подредени правилно, ще се получи текст с някакво значение, но ако те не са подредени по правилен начин, тогава се получава безсмислица. Същия принцип важи и за аминокиселините и протеините. Съществуват поне 30 000 различни типа протеини, всеки от които е съставен от същите 20 аминокиселини. Те са подредени като буквите да образуват вериги, които често са с дължина стотици единици. Ако аминокиселините са подредени в правилната последователност, тогава веригата ще се нагъне по начин, който води до появата на протеин с някакви определени функции. Протеините и аминокиселините, от които те са изградени, са подредени по такъв начин, че аминокиселините се сглобяват една с друга, образувайки структура, чиято форма е предварително зададена чрез последователността на аминокиселините. Те се нагъват във вид на определената структура и тази структура може да осъществява определена функция. Всички протеини в клетката имат специфична триизмерна форма, която се определя от подредбата на аминокиселините в веригата. Тази последователност е от решаващо значение, защото ако аминокиселините не са подредени по правилен начин, ще се формира безполезна верига и вместо тя да се нагъне и да образува някакъв протеин, ще бъде унищожена в клетката. Протеините, подобно на различните езици или компютърни кодове, са изключително специфични. Функцията на цялото зависи от прецизната подредба на отделните части. Но каква е тогава причината за прецизната последователна подредба на аминокиселините, която води до оформянето на специфични форми и функции при протеините? Откритията относно структурата на протеините през 50-те и 60-те години на 20 век принудиха биолозите да потърсят отговор на тази загадка. Дин Кениън вярвал, че той може да я разреши в своята книга «Биохимическо предопределение». Это ученый, который вместе, как мне кажется, это тоже русский ученый Опарин, Александр Опарин, но фамилия точно Опарин. Он как-то создал это течение химической эволюции. Он вначале верил, что это в самой сути химических элементов, чтобы они оформляли это эти специфические последовательности, смысленные в биологическом отношении. Но после много экспериментов и так далее, он понял, что это невозможно без инструкции. Без инструкции, как когда строили это помещение, надо было конструктивная документация, без проекта, там специфическая подрядба всех материалов и так далее, и так далее. И если надлежно сделали как в проект, то помещение получится. Это в Болгарии не часто. Но в ходе своих исследований
Студент встал и задал ему такой вопрос, как объяснить этот порядок, суперпорядок, без намеса интеллекта. И это его как-то тронуло, он стал рассуждать, и в результате такого интеллектуального процесса он перешел на стороне те сторонники, на те, которые считают, что жизнь происходит в результате намеса мощного интеллекта, так сказать. И он делится то, что это никак не было легко, так, ну, он мужик все-таки. Это то же самое, когда жена права, но... А сейчас последняя часть будет, как на самом деле получается эта репликация, как живая клетка делает свои копии. И как вы видите, это тоже не показано во всей сложности, но это довольно сложно. Это такая координация, как маленькая вселенная, где там каждый отвечает за чего-то. Это не описать словом просто. И такого нет. Даже самые простые клетки – это безумные сложности. И снова подчеркну это слово – информация. Жизнь основывается на информации. Если нет очень специфичной и огромной по своей количеству информации, жизни не было. От все, что мы знаем от нашего опыта и так далее, информация никогда не возникает случайным образом. Всегда результат интеллектуального принуса. Даже когда смотрел, поздравляю, очень хорошая была презентация, сделало впечатление, как нам в учебник по биологии говорили, и учителя иногда, люди, мы овладели природу. Бога нету, мы в Его не нуждаемся, мы Его объяснили, так, нету интеллекта в природе, и так далее. Мы даже можем создать живую клетку. И они объясняли, как, может быть, один день, в результате очень продолжительных лабораторных исследований, после употребления очень сложной научной аппаратуры, созданной интеллектом, после огромного количества интеллектуального труда ученых, даже если они создадут живой клеткой, это просто будет доказательство снова то же самое. Жизнь, сложные вещи происходят только где работал усиленно интеллект, не случайность. Даже если это получится ученым, это тоже, по моему взгляду, будет аргумент в пользу того, что жизнь и сложные вещи получаются только когда работает интеллект. Понятно то, что необходима энергия, но энергия надо быть как-то дозирована этого интеллекта. Когда жена приготавливает что-то там в кухне, когда сурово, нехорошо. Когда как уголь, тоже нехорошо. Так что она управляет энергию печи, чтобы было каким-то там... Когда ел, не умер. Да. Так что энергия сама по себе недостаточна. Надо интеллект, который управляет эту энергию и контролирует, чтобы получилась информация и чтобы было возможно жизнь. Так что посмотрим на последние части и, кажется, это будет все. Вашата теория. Кениан писал. Клетки не се формират непосредствено на най-простия едноклетъчен организъм, биха запълнили стотици страници на печатан текст. Сериозните биолози, които се занимавали с въпроса за произхода на живота, не вярвали, че той е възникнал под силата на чиста случайност. Вместо това те лансирали теорията, че естественият подбор е произвел първият живот. Но в това обяснение има проблем. По определение, естественият подбор не би могъл да действа преди да съществува първата жива клетка.
защото той може да въздейства само на организми, които са в състояние да се размножават. Клетки, които са снабдени с ДНК и могат да предават техните генетични промени на бъдещите поколения. Без ДНК не може да има възпроизвеждане. Но без възпроизвеждане не може да има естествен подбор. Не може да се използва естествения подбор, за да се обясни произходът на ДНК, без да се приеме, че предварително е съществувало самото нещо, чиято поява се опитваме да обясним. Случайността, естественият подбор и собствената му теория за самоорганизиране се провалили като опити за обяснение на произхода на генетичната информация. Сега Кениан виждал само една възможна алтернатива. Не съществува и най-малкият шанс за появяване дори на най-простата клетка по пътя на химическата еволюция. И така идеята за това, че животът е произлязал чрез намесата на интелект, беше изключително привлекателна за мен и беше много по-смислена, тъй като тя се вписваше много добре в многобройните открития в областта на молекулярната биология. В течение на годините, след като Кениан отхвърля идеята за химическата еволюция, науката е открила подробностите за една цяла система за обработка на информация, която носи белезите на интелигентна намеса. С помощта на компютърна анимация можем да надникнем в клетката и да наблюдаваме тази забележителна система в действие. След като навлезем в сърцето на клетката, виждаме надлежно нагънатите вериги на ДНК, които представляват складовете за инструкциите, необходими за изграждането на всеки протеин в даден организъм. Инфразен процес, известен и като транскрипция, една молекулярна машина първо разгъва участък от ДНК спиралата, за да направи достъпни генетичните инструкции, които са необходими за изграждането на някоя специфична протеинова молекула. После друга машина копира тази инструкция, за да оформи една молекула, известна ни като транспортна РНК. Транскрипцията е приключила, веригата на РНК пренася генетичната информация през системата на ядрените пори, която представлява вратата, контролираща трафика навътре и навън от ядрото на клетката. Веригата на транспортната РНК бива насочена към една молекулярна фабрика, състояща се от две части, която се нарича рибозом. След като тя се прикрепи здраво, започва процеса на превеждане. Вътре в рибозома има молекулярна асемблираща линия, която изгражда верига от аминокиселини. Тези аминокиселини се транспортират до тук от други части на клетката и после биват свързани една с друга във вериги, които често са дълги стотици единици. Последователността, в която са подредени, определя типа на протеина, който се произвежда. Когато веригата бъде завършена, тя бива придвижена от рибозома до един механизъм с формата на барел, който спомага тя да бъде нагъната в точната форма, която е от решаващо значение за нейната функция. Машина към точното място, където тя е необходима. Просто е изумително за нас, когато откриваме на това микрониво такъв прецизно настроен апарат, механизъм, който носи белезите на намесата на интелект и специална изработка. Имаме и подробностите за едно изключително сложно устроено молекулярно измерение, където се обработва генетичната информация. Именно на това ново ниво за молекулярната генетика сме свидетели на най-убедителното доказателство на тази Земя за намесата на нечи интелект.
только одно добавлю. Если будем честны, у нас какой-то во всех, мы так рожаемся, предубежденность в отношении высшего интеллекта у нас, подозрение относно его доброты и другие так. И это очень видно, как мы пользуемся разные стандарты. Дам пример. Это, увиделись, это Вселенная. Маленькая, микро-вселенная. Здесь довольное количество информации. Но мы все-таки сомневаемся. А ученые слышат для звуки или там информации из космоса. И когда даже там есть даже намек на то, что это не просто космический шум, но какая-то смысленная, маленькая количество информации, у них такая возбужденность и волнение, потому что они связывают естественным путем, если это не шум, а какая-то информация, может быть, там есть интеллект. А здесь такое большое количество информации, но у нас все-таки... А это предмет другой, наверное, презентации. Я, кажется, сказал, наверное, все, что получилось. Скажите, пожалуйста, друзья, нужен ли еще один перерыв на налить чаю, или мы сразу переходим к вопросам и ответам? К вопросам. Тогда я приглашаю наших обоих спикеров присоединиться ко мне вот здесь. И тем временем... Я посередине. И тем временем хочу напомнить вам о двух наших просьбах. Первая просьба, пожалуйста, уточняйте, кому именно вы задаете вопросы. Услышите другому спикеру или обоим спикерам сразу. И второе, пожалуйста, помните о том, что мы не разоблачаем друг друга. Мы не пытаемся мы не пытаемся выяснить, кто прав, кто не прав, разгранить оппонентов и вот это вот все. Пожалуйста, будьте умны. А в зале можно устраивать дебоши, дорогие? Теперь да. Спасибо. Уважительные, вежливые и конструктивные. Хорошо. Уважительные, вежливые, дорогие. Итак, есть ли у кого-то вопрос? Я? Хорошо. Неодолимый вопрос. В принципе, вот ваши позиции мало чем отличаются, да? Просто в вашей позиции мы становимся на шаг выше, и мы можем спокойно сказать, что этот высший разум начал не с сложных молекул, да, а начал с простого. То есть он не принес сразу набор юных химик, а нашел какой-то один химикат и с помощью его запустил какой-то процесс. Но вопрос. А вот этот высший интеллект, что под ним понимается, и он сам продолжает.